Для многих мужчин рыбалка – любимое хобби, и выходные они часто проводят с удочкой в руках. Милых дам, которые любят порыбачить, тоже немало, но таких, как героиня нашей рубрики «Женщина умеет все», отыскать нелегко. Зоя Золотова все свободное время проводит у воды. Вот уже 30 лет Зоя Золотова практически каждые выходные отправляется на рыбалку. Ей она увлекается с 10 лет. У брата возьму удочку, ухожу на рыбалку. Тогда, вспоминает героиня, ловила мало, а вот удочки ломала часто. Но теперь она специалист и знает, какая рыба на что клюет. Если на сорожку едем, подкормка у меня вот перловка. На тесто ловлю. Большая, маленькая рыбка ловись. Страсть Зои к рыбалке разделяет и ее муж. И даже когда ее улов гораздо больше, не обижается. Он мне всегда говорит: молодец, сегодня жена меня кормит. Есть у героини свои правила, которые она строго соблюдает. За день до рыбалки не ест рыбу. Конечно, за столько лет, что Зоя не расстается с удочкой, курьезных случаев было немало. Один раз было. Поехали, доехали до места, вот Кузембитево ездили мы. Поехали и удочки в гараже забыли. На этот раз героиня отправилась домой без улова. Но такой результат ее ничуть не расстроил. Ведь сезон летней рыбалки еще не начался. И как только закончится нерест, Зоя сразу соберет удочки и снова отправится на речку. Елена Портнова, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.